В Японии открылась первая в мире гостиница под названием «Странный отель», где постояльцев обслуживают роботы. На стойке регистрации гостей встречает администратор-робот. Женщина-робот обслуживает людей, которые говорят по-японски, а для англоговорящих постояльцев есть робот-динозавр. Вместо ключей в отеле используется технология идентификации лица. Все электрические приборы энергосберегающие, а на крышах установлены солнечные батареи. Освещение в номере работает от датчиков движения. Сложить вещи поможет робот-гардеробщик. Уборку в номере также производят роботы. А если гость пожелает ознакомиться со всей гостиницей, экскурсию проведет робот-экскурсовод. Безусловно, есть в отеле и настоящие люди, они отвечают за безопасность. А вы бы хотели посетить такой отель? Thank you.